Коронавирус – рост нового омикрона, а теперь и грипп. Старый вирус вернулся. В Приднестровье его не фиксировали 2 года, а накануне зарегистрировали 3 случая заражения. Пациенты из Рыбницы и Тирасполя сейчас в РКБ проходят лечение. Среди отобранных 28 проб за 2020-2021 год у нас не было зарегистрировано случаев гриппа. На сегодня из 13 проб, отправленных в Национальное агентство здоровья, у нас выявлено уже 3 случая гриппа. Это именно вирус гриппа. Также эти пробы были исследованы на коронавирусную инфекцию, и у данных граждан коронавирусная инфекция отсутствует. Как отличить грипп от обычного ОРВИ, ОРЗ и, конечно, от ковида? Первое – сдать тест, потом смотреть на симптомы. При гриппе очень резко и быстро поднимается температура от 38, от 39 до 40 градусов. Люди испытывают сильную головную боль, мышечная слабость, мышечные боли. То есть и озноб, и кости, тело ломит, и оно не проявляется сразу же в первые дни насморком либо кашлем. Чем же тогда отличить грипп от коронавирусной инфекции? Во-первых, оно не так остро себя проявляет. Не всегда будет высокая температура, она может быть и субфебрильная. Плюс сухой кашель может сопровождаться, и некоторые пациенты отмечают отсутствие обоняния и вкуса, как тоже, пусть не на 100%, но является характерным признаком коронавирусной инфекции. Если заболели, не занимаемся самолечением, сразу к врачам. И корона, и грипп опасны осложнениями. Вот что мы забыли о гриппе. Люди, которые заболевают гриппом, оно более молниеносное и чаще сопровождается осложнениями. Это, конечно, мы уже больше относим к тому, что грипп опаснее, чем другие виды вирусной инфекции. То есть осложнения, которые могут сопровождаться после гриппа, они более опасны и чаще носят смертельные исходы, в отличие от другой вирусной инфекции. Как не заболеть гриппом? Следуем простым правилам. Соблюдаем дистанцию. Меньше бываем в местах, где много людей. Обрабатываем руки. Не контактируем с зараженными людьми. В пандемию правила привычные. Все это защищает и от коронавируса.